Нужно было посвятить тебя в наш план с первого же дня. Тогда ты бы понял, что мы пытаемся сделать. Это моя ошибка, и я несу за нее ответственность. Что ты хочешь сказать? Бесполезно все, что я предпринимаю, если ты неправильно определяешь состав на игру. Билли, для тебя это темный лес. Почему не Хеттеберг на первой? Он не умеет играть на первой. Откуда ты знаешь? Я не первый день в бейсболе. Послушай, Скотт Хеттеберг никакой защитник. Он занимает он не умеет держать. Нам лишь нужно выиграть на 7 игр больше, чем проиграть. И все. Что-то еще? Да, я бы лучше поставил Брэдфорда в конце, а не Магнанте. Брэдфорд правша. Мне плевать, левша или правша. Мне нет. Может, дело в твоем контракте? Нет. Занимайся лучше своей работой, а я буду заниматься своей. Не лезь не в свое дело и дай мне управлять командой, которую ты мне набрал. Я набрал ее не для тебя. Да ты что? Спасибо. После каждого разговора я укрепляюсь в своей любви к игре.